Здраво! Одиннадцатиклассник Дмитрий Снежков выиграл в номинации «Моря и океаны» в водном конкурсе, который входит в состав международного стокгольмского юниорского водного конкурса. Школьника внесли в список одаренных детей России, и теперь он будет получать стипендию в 20 тысяч рублей ежемесячно. Учительницу, которая сопровождала его в поездке, руководство школы тоже наградило. Премии, скажете вы. Ответ неправильный. Это выговор. Строгий. Несмотря на победу ученика, ей выписали выговор и дисциплинарное взыскание за прогул в 10 тысяч рублей из зарплаты. Мол, пока она там гуляла по Москве, учителя вели уроки. Вот как мне заплатили. Вот моя награда. Как рассказала учительница, в начале апреля деньги на поездку перечислили из регионального отдела образования. Но в школе отказывались покупать билеты. Деньги выдали только после того, как билеты подорожали. На вопрос учительницы, что делать дальше, она получила ответ. Ничего страшного, Петима не едет. Вот так вот. Собрать нужную сумму помогли организаторы конкурса. Когда учительница вернулась из Москвы, ее заставили писать объяснительную и извиниться за прогул. И хотя коллеги вступились за учительницу, она теперь сомневается, что ее вообще куда-то отпустят. Хотя в планах новые конкурсы и достижения. Но похоже, школьные правила и распорядки превыше инициатив и личных достижений. Если ты вундеркинд, то это не дает тебе права на это. Ну ты же понимаешь, ты же вундеркинд. Остается вопрос, нужны ли вообще стране эти умники? До скорых встреч!